В гостях у Елены. Приветствую вас, дорогие друзья! Дорогие садоводы-огородники, настала пора консервации, и сейчас обильно идет ягоды, идут ягоды, и я занялась консервациями чисто. Смородина красная, смородина, значит, черная, малинка, крыжовник. Вот сейчас я этими занимаюсь. Сегодня я буду делать красную смородину в собственном соку. Таким же образом я делаю и черную. Таким же образом я делаю и малину. Это очень вкусное лакомство. Это вообще, в принципе, для диабетиков очень хорошо, чтобы вы знали. Это здорово. Ягодка получается свеженькая, такая вкусная, будто бы собрали с ягод, столько с куста. Значит, что я сделала? Помыла как следует баночки. Баночки у меня 700-граммовые. Вот, значит, содой. Если вы будете стерилизовать вот в кастрюле, в баках, то не надо их стерилизовать, банки. Если нет, то простерилизуйте обязательно. Я имею в виду, если вы будете заливать просто ягоды. Вот, и такой, ну, типа компота. Крышки тоже я не стерилизую, просто сверху накрываю. Итак, собрала ягоду, ее нужно помыть, перебрать как следует. Видите, какая она чистенькая. Старайтесь, чтобы она не лопнула. Вот, и иногда бывает, что и лопнет, но это ничего страшного. Но по возможности надо стараться, чтобы она была целенькая. И складываем до горлышка, набиваем вот так вот хорошенечко, потрясываем. И наливаем водички, чтобы вот до горлышка не доходило сантиметров 5, вот так вот. Потому что здесь водичка будет кипеть. Не на сильный огонь. Я ставлю на маленький, чтобы где-нигде было видно, что кипит. 30 минут я держу ее здесь. Вот. Если смородинка осядет, вы добавляете. Заканчивайте добавлять только тогда, когда сверху появится сок. Вот таким вот образом. Вот я беру и накладываю. Вот. И утрамбовываю. Вот такую вкуснятину я делаю. Повторюсь, что я делаю из смородины черной, с малиной. Получается очень вкусно. Ну что ж, я буду доделывать все. Потом подсоединюсь к вам, покажу, что получилось. Обязательно. Итак, готово. Вот, видите, вот не доходя до плечиков водичка должна быть. Вот, потому что, чтобы стерилизация прошла и не выплескалась водичка. Не сильный огонь. Как закипит водичка на тихий огонь, чтобы слегка вот так вот видно было, что приподнимаются булечки. И таким образом 30 минут. Вот у меня вышли 470 миллилитров баночки. Вот целая вот эта вот плошечка из фикс прайса. У нас две штуки, так мне нравятся они. Полная вот так вот была, 4, значит, полные банки 700 миллилитров, и вот еще, наверное, может быть, не полная, но одна пол-литровая. Вот, сейчас пойду еще собирать, ее очень много, я решила сделать в собственном соку. Не люблю оставлять в огороде ни одну ягодку, чтобы она пропадала, ни в коем случае, и каждую ягодку всю собирала я везде, всюду, где я бываю, где живу, там везде все это я закатываю, ничего не оставляю, потому что это все дано нам, мы за этим ухаживаем и получаем, как говорится, за это награду, ягодки. Также вот я сейчас буду снимать вам видео изумрудное варенье, царское варенье из крыжовника на вишневых листьях. Смотрите, какой крупный, очень мне нравится, здесь хороший такой крыжовник. Надрезаем сбоку, достаем, значит, косточки, вот, и варим варенье. Это будет пока секрет. Есть, буду сейчас снимать видео, уже половина отснято видео. Вот, обязательно отрезаем кончики, ну, вот так вот, и вынимаем. Будет такое царское варенье на вишневых листьях, изумрудное варенье. Вот сегодня делаю таких два рецепта. Потом еще рецепт апельсины и черная смородина варенье. Тоже, скажу вам, царское, шикарное будет. В общем, я вот пока сейчас из ягод, потом в августе уже начнется у меня... Хотя я уже делала в 700 миллилитров, уже одну часть я заделала, это черри, томаты консервировала. Но у меня есть как консервировать томаты. Я потом буду еще делать другого типа и покажу вам. А так просто, в принципе, вот 700 миллилитровый я делала. Это очень удобно для нас. Вот, так что вот такие дела. Ну что ж,
Буду ждать, пока закипит. Сейчас убавлю, чтобы не прогавить. Ну и пока у меня стерилизуется красная смородина в собственном соку, я помыла и тоже буду сейчас 4 банки тоже набивать. Здесь вот эта половина баночки, как я уже говорила. Я сейчас дособираю, чтобы было у меня 5 банок красных 700-миллилитровых и 5 черных. Вот, точно так же я, как и смородину красную, помыла. Здесь у меня всякое есть, это уже последний собираю. Есть вообще крупная, крупная смородина здесь очень крупная, есть несколько кустов, прям как вишня. Вот, я заморозила самую крупную, вот, а остальную, которую помельче, делаю различные вкусности. Вот, это я вот утром собрала для варенья. Тоже живое варенье черной смородины килограмм и килограмм апельсин. Тоже будет видео, я, наверное, уже повторилась. Вот. Сейчас точно так же я почистила, помыла и буду набивать баночки. Вот. Пока у меня стерилизуется эта часть, я приготовлю и эту часть. Ну что же, готова моя смородинка красная. Вот. Вот когда поднимаете, вот до горлышка, вот до сих пор. Компотик. Ну, не компотик, а в собственном соку. Не забывайте добавлять, потому что когда баночки стерилизуются, то оседают ягоды. И нужно добавлять. Нужно какую-то часть оставлять, чтобы добавлять. Вот. Я уже устала. Думаю, по 4 банки сделаю, не по 5. Хотя вон я еще насобирала черной. И красной полно еще, но по 4 сделаю. В следующий раз еще, потому что у меня как раз кастрюля по 4 банки. То есть, если еще по 2, то надо, ну, поменьше кастрюля у меня, она маленькая. Вот. Низкая. А это вот как раз вход 4 здесь была. Вот такая вкуснятина. Ягодки. Целая банка. Добавляете просто ягодок, добавляете, и она опускается. Я, например, добавляла один раз. Вот так вот брала, вот, и все, вот так добавляла. Вот как вот есть моя рука, добавляла, и все. Хорошенечко, когда первый раз добавляете, вот так об стол постучите. Вот, она хорошенечко туда уминается, и все нормально. Ну что ж, теперь буду ставить черную смородину, также буду в собственном соку делать. Итак, утро следующего дня. Вот такие замечательные 4 баночки 700-миллилитровой красной смородины и черной. Говорю же, что не стала делать 5, потому что кастрюля вмещается ровно 4. Из-за 2 банок собирать не стала ягодку. Обязательно накладывайте. Еще раз повторюсь. Я любительница повторяться, потому что повторение мать учения. Вот такая вкуснятина получается, видите? Она прям застывает, как варенье. Такая красивая баночка. Обожаю черную смородину. И вот такая вот красная. Вот в этом рецепте, когда он у меня появился, было написано, что рецепт для диабетиков. Ну, и красная тоже смородина. И черная, и красная. Это очень вкусно. Друзья мои, это натуральное. Когда вы откроете зимой, то сможете сделать и кисель, и компот тот же самый, и ягодки покушаете. А ягодки, вот такое впечатление, как будто вы только их собрали. Вот. И сахару не нужно. Например, у меня очень много смородины здесь. Больше красной, конечно. И как бы, ну... Сахара уходит очень много, чтобы сделать какие-то вот желе, например, потому что вы все знаете, что желе, значит, 1 литр сока идет даже на 2 литра, смотря какой густоты вам нужно, на 1,5, о, то есть на 2 килограмма, 1 к 1 идет, 1 к 2, 1 к 1,5. То есть все зависит от того, как будете желировать. Вот. И это, конечно... требует денег. Ну, я сделала, но много все равно не сделаешь. Вот. Чисто соком я еще буду закрывать. Ну, просто выжимаю сок любым способом, как хотите. Также из черной, также из красной смородины. И наморозила. В общем, очень много я делаю. В прошлом году сделала мало, посушила больше.
потому что у нас там повырубали все кусты, только один большой остался, здоровущий, он, конечно, тоже много там урожая дал, вот. Но мы посадили, я купила очень хороший в садовом центре Подмосковья, купила два замечательных куста, и вот уже второй год, в этом году, вот очень много тоже урожая, красной и черной тоже смородины, так что омолодили. А ну, а здесь на участке, они уже старые все, почти все кусты, но тоже все равно будем еще снимать следующий год эту дачу. В общем, пока она у них продастся, будем снимать, и пока мы накопим на дом себе. Вот. Обрежем с Артемом. Я уже там некоторые уже облагородила, которые уже все пособирала, пустые кусты старые повырубала. Вот. И будет много-много опять ягодок на следующий год. Ну что ж, на этом буду заканчивать. Желаю вам, как всегда, всего самого доброго, самого хорошего. Удачи вам, мира, любви. Будьте счастливы, дорогие друзья. Хранится эта натуральная вкуснятина в подвале, конечно, в холодном месте. Но я в натуральном виде храню и дома, в квартире. Главное здесь стерилизация. Опять-таки напоминаю, помните об том, что в консервации главное стерилизация, чистота, а не сколько вы положили сахара либо уксуса. Вот. Что ж, до следующего видео.